Здравствуй, дорогой зритель. Поиграем сегодня в Hammer Heart. Демо-билд. Причем демо-билд работает по таймеру. Время тикает. Он больше 20 минут не даст поиграть. Поэтому сразу вперед, это первый взгляд. У нас тут что? У нас тут стратегия про викингов. Этот таймер все время, что ли, будет? Ничего себе. От таймера никуда не уйти. Сэр, дым. О, господи, они жгут деревню. Подлецы какие-то жгут деревню, давайте спешить. Не будем ничего читать, потому что... Блин, а даже на туториал не останавливается время. Ладно, давай. Уничтожьте вражеских... Ох ты! А как мне... Ага, блок на... Меня завалили уже! Да ты что такое? Сломали кость мне. А, нет, еще не звонили. Все. А, в общем-то... На правую, значит, блок, на левую, значит, удар. Так, это наш кореш или нет? О! Метнул! На тебе сразу в торец. Я пытаюсь догнать своих парней. Некогда читать туториал, что-то залутал. Где все есть-то, господи? Так, это край карты. Бегать не умеем. А, вот деревня-то. Не, ну серьезно, где все остальные-то? Space. Команда. Режим команды на Space. Но, к сожалению... Ой, уронил. Ну подними, подними назад-то. Так, их просто удар. Открыть инвентарь. Инвентарь вот такой вот текстовый. Не очень-то выглядит все это. И я не могу назад поднять свое копье. Я не вижу, где мои мужики все потерялись. Может, это все, что можно посмотреть в демо-билде в таком. Вообще, на скриншотах выглядело так ничего себе. Но такая, понятно, рисовка не сильно детализованная, но... В целом нормально, поэтому я ее качнул и поставил посмотреть, что же там внутри. И вот что-то я уже потерялся в ней, потому что... Так, вот жмуры, этого я зажмурил, да? Копье подними. Ладно, некогда поднимать копье, надо бежать. Еще мужик. Пойдем по следам тел. Нет, не пойдем, это конец карты. Блин, надо нажать было Tab, чтобы закончилась миссия. Очень сомнительное решение. Хотя, может быть, для того, чтобы бегать, лутать там, после того, как всех завалили. Так, у вас теперь есть компаньоны, которые будут подчиняться вашим приказам. Space, чтобы войти в режим команд. Space. Так, вы теперь в режиме команд и можете выбрать отряд левой мышкой и двигать их правой мышкой. Хорошо, давай попробуем. Дабл тап на С, чтобы они отправились в чардж. Так, соберем вот этого, да? Ты сюда. А, вот, ну вот, наконец-то начинается что-то. Так, можно выбрать целую кучку. А, значит, копейщики на единичку, лучники на двушку, на троечку. Еще какие-то чуваки. В общем, на четверку всех. Все эти... Вот, вот это уже дело. Вот такого замедленного режима, с такими построениями, с нормальными, не хватило мне в Tier Thunder One. То есть Thunder Tier One. Там они, конечно, совсем не послушны. Сейчас посмотрим, тут-то будут слушаться. Ну вот, построились нормально. Так, а где враги-то? Вон бегут враги. Стреляйте по ним, стреляйте, мужики. А я буду сбоку подходить их тыкать. Я не успел вообще... Чё себе вы опасные? Мы победили, кстати. Нет, тап не нажимается. Вон, справа идут. Стоп. Развернись. В ту сторону вот так вот. Не дай им обойти. Двушка. Сюда остановись. Так, все, готово. Выходим из этого режима. И я тут сбоку.
Вон они. Давай, подходи по одному. Сука их. Да бей ты. Опа. Вот это мы мастера. А что там за зелененькое горит? Здоровье. А, что-то подлутал. Но не все лутается. Почему-то нельзя бегать. Не знаю. Но нельзя так и нельзя. Ладно. Тап нажимаем, чтобы продолжить. Хотя, подожди. Ой, ой, ой. Можно не нажимать пока тап? Я вон там-то залутал что-то. Может, еще тут что залутать? Меч вот взял вместо кинжала своего. Но лутается не все. А в домик зайти можно? В домик зайти нельзя. Ну ладно, погнали дальше, посмотрим еще. Больше людей или оружие. Вот, кстати, понятно. Ну давай оружие мне какое-нибудь. Бегут, бегут. Стройся. Вот так вот. Причем можно еще плотность строя задать. То есть прям вообще норм. Так, вы стойте где стоите. Выходим из этого режима. Никакое оружие мне не дали. Бегать по-прежнему нельзя. Вот я бы сейчас бы добежал бы, например, на тот край, но не тут-то было. Тыкай, тыкай. Этих затыкали. Вот опять же, добежать нельзя. Так, а эти в серединке стоят, потому что я им сказал стоять, да? И они сами не понимают теперь. Но тоже не блещут умом. Потому что вместо того, чтобы напасть на врага, да? Они вот так вот встали теперь, как я им сказал, и не шевелятся. Да чтоб тебя... О! Зараза! Завалил меня. Да. Совсем, да, совсем проигрыш. Выберите перк какой-нибудь. Я бы выбрал перк на беготню. Но нет. Хотя я понял, почему он не бегает. У меня же там был нарисован перелом. Значит, просто... Да, вот, вот он уже бегает. Вот он уже и бегает. Хорошо. Ну, в целом, в общем... Так, есть лучники? Есть лучники. Лучники, оставайтесь тут. Копье я сейчас не буду выкидывать свое. Могу тоже тыкать. Но затыкали нам. Все. Так, и он еще один остался. Ну-ка, там что-то было сказано. Вот, ЦЦ. Тыкнул, они теперь сами его будут догонять и тыкать. Он чуть сколько стрел понатыкал. Нормально они стреляли. А снова у меня какие-то куча повреждений. Больно. Кровотечение. Вот, мне кажется, это не наш. Я не... Нет, вот этот, наверное, не наш. А тот, наверное, наш все-таки. В общем, на ЦЦ они убежали все воевать сами по себе где-то. И теперь ходят всех... Валят, невзирая ни на что. А если ЦЦ не нажимать, то они будут держать позиции свои. Вот это хорошо, потому что, опять же, в этом... В Тандертьере, там, говоришь стоять, они бегают, совершенно не слушаются. Здесь они слушаются, хотя, конечно, тоже нужно привыкнуть к тому, чтобы управлять ими таким образом. Вот уже кто-то... Стой! Стой! Собака страшная. Вот уже там кто-то умотал. Ой. Что-то забаговалось, круги стали больше, чем нужно. Ходи назад, лучник. Эй, лучник. Ходи. А, круги вообще забаговались, и невозможно задать ему позицию теперь. И сейчас ему зафигачат. Ах ты. Да и отступай. Да, с управлением тоже есть некоторые проблемки. Он пытается автоматически развернуться противнику. Я пытался отойти назад, а он... Что-то не очень отходил. Ладно. Стоп. Стройся. Пока что стройся. Потом надо не забыть их отпустить. Чтобы они... Этот кто-то отступает. Может, он, конечно, побежал за подкреплением, я не знаю. Так, дайте. Дайте я встану тоже куда-нибудь, парни.
А я уже потерял свое копишко. Не дотянулся. Ну-ка, давайте все в атаку. Поздно. Стоять. Стоять. Построились. Построились. Оп. Уже кто-то накидывает там, да? Так, в атаку. Куча лучников. В общем, направление задается мышой, поэтому можно бегать в одни стороны, крутиться в другие стороны. В целом нормально. Немножко подтупливает. Так, а можно мне народу побольше? Народу побольше в этот раз не дают. Но... Так, а у меня еще коронавирус наступил. Сепсис наступил, заражение. Так, стойте, стойте, стойте. И вот уже поломались построения. Круги вот эти все не ставятся. Ну, это прям совсем демо, демо-билд, совсем-совсем демо. Давайте в атаку все. Тыкайте, тыкайте. Ой, меня затыкали. Минуту всего я смог прожить. Убил всего одного. Но зато 76% блоков поставил успешных. Что-то я кроме первой волны не могу справиться ни с кем. Оно только в первой волне, походу, нормально и позволяет расставить людишек. А у меня, кстати, лук сейчас. Ну-ка. Блин, с ним не очень просто. Да, с луком совсем непросто. Лук отстойный какой-то. Как бы можно выцеливать, но половину нам промяли, потому что вместо того, чтобы рубить, я бегал луком своим, пытался прицелиться и не мог не попасть. Я еще довольно далеко стреляет, но не очень точно. Я вот попал. Попал. Еще попал. Еще попал. Не, ну в принципе, против лучников нормально. Ура! Победили. И вот теперь туториал говорит, что надо нажать таб, чтобы перейти к следующему сражению. Я уже как бы это и так понял. Хоть и не сразу. Так, ну что, опять лечение возьмем? У нас немного, да, осталось? Давайте. Вы сюда, ты сюда. Я буду тут тоже стоять. Не, лук не очень-то прям против вот здоровых вот этих. Конечно, против дальних нормально можно луковать их. Но вот эти вот все блокируют, гады. И все, их уже не остановить, поэтому с копьем-то полегче. О, все, всех затыкали. А-а-а! Беги, Форест. Все. Две минуты с половиной в этот раз. 12 убийств. Хотя с луком я, конечно, народа больше наубивал. Теперь все луканы у нас, да? Нет, теперь мне дали копье. Сбоку встану. О, все, вот и без потерь. Когда я начал кого-то тыкать, мы никого и не потеряли. Так, давай-ка перестроимся в ту сторону. Пока я там стоял, постреливал, пламя завалили. Где вы? Так, лучники, в атаку. Все в атаку, говорю.
все, уже начинает нормально получаться. Что, таб? Табаем. Больше народу. Вот, возьму больше народу в этот раз. Поломалось. Опять поломалось. Построение нормальное уже не получится. К сожалению. Что-то я не увидел, чтобы... О, еще больше. Но все, все сломалось. Поэтому они теперь не строятся по-людски. Они теперь вон носятся как хотят. Теперь уже... Ого, тут... Ничего себе. Ничего себе, народ набежало и завалили меня совсем. Вроде в прошлый раз так много не было. Еще и построение не удалось сделать по-человечески из-за бага. По-моему, каждый раз оно во втором лажает. Так, где враги-то? Ладно, давай пока так построимся. Ой, два лучника опять. Их я с копьем. А, вот они. Ух ты. Чё-то я зацепился уже. Нет, я не с копьем, я с мечом в этот раз. Заканчивается время демки уже. Но, в принципе, опять же, посмотреть уже успели, больше посмотреть нечего, потому что я больше пройти не могу. Бегут вражеские копейщики. А, у меня топорик. Это не меч, это какой-то топорик у меня. На. Сейчас их завалили. Сейчас посмотрим с построениями. Нет, вот в этот раз нормально работает. Что-то до этого ломалось. Дали мне копье. Да бей ты, что ты не бьешь-то? И не идешь. А, ну опять мы его поломали, он уже... Ой! Откуда-то прилетела стрела, вроде всех победили, но... Нет, не победили, четверых взвалил. Да, из лука я все-таки больше набивал, и что-то тут и не поблокировал. Ну, надо привыкнуть к управлению. Тогда, конечно, пойдет получше. Непонятно, почему я выбираю награду больше людей. Людей не дают мне. Может, баг, может, что-то еще. И снова я стартую с луком, и это не очень. Так, ну, давайте, становитесь. Может, еще успеем их чуть-чуть промять. Так, и я буду тоже стоять, лукарить. Готов. А что, только лучники? Ну и бегите тогда, затыкайте их. Надо бежим в атаку, заканчивается время, не будем никакие постояния делать, просто побежим. Есть. Загасили. В атаку все. Да где вы? А, вон. Не видно, кто где. А! Все, кончилась демка. Вот такая вот игра. Хотя, кстати, я еще могу стрелять там. О, а кто в спину меня накидывает? Там пришли вражеские лучники. Все, мы победили. Даже с закрытым экраном вслепую больше навалили. Ну, кстати, в этот раз вообще реально много навалили. Потому что вместо построения надо было просто всех отправлять в толпу рубиться. Но это не очень правильно, мне кажется. Но в игре это правильно, и вон сколько народу удалось завалить. В общем, демка закончилась. Такая вот игра пока выглядит, ну, так. Не сказать, что прям очень интересно. Но, опять же, это прям совсем ранний билд. Если добавят контента, если добавят всяческих каких-то разных миссий, кампаний и прочего, может быть, и будет интересно. Пока просто как вариант такой битвы, но не особо интересно. Но, опять же,
поживем, увидим. Пиши комментарий, как тебе эта игра понравилась, не понравилась. Ставь лайк видео, если понравилось. Подпишись на канал, нажми колокольчик, чтобы не пропустить разных новых стратегий. Спасибо за просмотр и пока!